Кто же? А ну быстро выходи с поднятыми руками! У меня есть камень, а я кидаю вещи очень сильно. И давай без выхода, к цепу угрожающе выйти из дыма, при этом злобно посмеиваясь. Этот парень хорош. Бросай сумку, пока не стало хуже. Слово о тебе, ослиный мальчонка! Разве не ты тот шериф, что еще ни разу не ловил бандита? Я был эталоном, пока мы не нашли лучшего. Дай отдохнуть. Как-то я не вижу тут никого лучшего, а ты? Ты смотришь прямо на него, дружище. Я тот Хейси, новый шериф Троуфатер. Ты будешь в ответе передо мной. Где? Возле Шона. Стою. И не могу увидеть тебя из-за солнца. Насколько ты опасен? Не отвечай. На средне-низком уровне. Я работаю над этим. Блин. О, так ты новичок-простачок. Посмотрим, на что ты способен. Мои руки. Ой. Прямо не могу поверить в то, что пережил это ужасное ограбление без единой царап... Прости, Хок! Да все нормуль! У меня еще много зубов осталось! Будет в порядке. Ты видел, куда он делся? Думаю, сбежал. А нет, вот он. Я думал, что нормально спрятался. Но опять же, я ни черта не вижу. Ну и что же вы будете делать, а? Подними руки, чтобы я их видел. Окей, не подержишь? Конечно. Ты имеешь право хранить молчание. Все, что ты скажешь, будет использовано против тебя в суд. Кто? Ты держишь динамит! Еще увидимся, кретины! Ты же ничего не видишь! Как делишки? Так, вы знаете, что произошло и почему вы здесь? Он сбежал. Он был страшным! Использовал динамит! Что, правда? Он всего-то потряс весь чертов город! Мой ассистент Ллойд расплакался из-за этого! Нет, это неправда! И кто же это был? Взрывной Бобби? Подрывной Пит? Джерри? Нет, кто-то новый! Слепой. С очками пилота? Не разглядел. Зачем они ему? Ага, точно. Он тебя сначала и не увидел. Еще проблема с меткостью, да? И ты вообще видел его морщины? Я в порядке. Похоже, вы оба говорите о старом стрелке. Он слепой! Это не помешало ему стрелять в нас! А что помешало тебе стрелять в него? Тот? Ну, не знаю. Я взял кобуру без пистолета. Врешь ведь. И к тому же, я мог кого-то убить. Если повезло бы. Сделаю это за повышение. Да, Шон, конечно, держи. Ловлю. А, ну да. У меня тут появилась идея, но вы, может, будете пользоваться мозгами? Я правда очень стараюсь, но здесь сложно работать без тренировки. В смысле без тренировки? Ты написал в резюме. Ты написал, что охранял деньги Маккаллума. Разве при защите кого-то не должна быть физическая подготовка? Маккаллум — это не богатый тип. Магазин безделец недалеко от моего дома в Фокстауне. Я был там кассиром. Я помогал владельцу прятать его состояние от налоговой службы. Вот и все. Так, у меня есть идея. Окей. Я отдам вас на полное обучение в бойцовскую школу, где вы научитесь всему, что я знаю о ведении боя. Что, серьезно? Вы лично будете нас обучать? Лично я? Боже упаси. Я слишком занята. Видите, вот какой бардак в офисе. Я также обучила Ллойда всему, что знала. Поэтому будет он. Оу! Вы говорите обо мне? Оу, мальчики, я никогда не учил никого. А меня никогда не учили. Отличный день для чего-то нового. Мы тоже очень рады, Ллойд.
Итак, я взял свои старые записи, когда Джой учила меня. Я записывал все ее слова, чтобы потом заучивать. С чего же начнем? Начнем с главного. Это занятие состоит из физических упражнений, стратегий привлечения к уголовной ответственности и процесса задержания. Ура! На протяжении которого мы будем использовать военные методы обучения. Окей. Она обучилась им на войне. На войне? От Ллойда я бы им поучился. Да, а потом она начала кричать что-то вроде... Быстро приняли упор лежа! Сэр, есть, сэр! Сэр! Круто, давайте в том же духе. Хорошая работа, парни. Сегодня вы добились большого успеха. Да, удивительно, сколько упражнений мы успели сделать. Всего-то по 50-60 секунд на каждое. Ура! Что? Не думаю, что могу легально это пить. Расслабьте тут, это всего лишь квас или типа того. Точно? Да, без понятия. А это еще кто? Это пугало. Чего оно хочет? Я не знаю, он никогда не останавливался в Трофваторе. Он хочет крови, опа! Хватил! Опять схватил! Тот, может, поможешь? Эй! Мы его поймали? Святое сено! Мы его взяли! Это улетно! Не могу поверить! Тот, выдохни! Пошли! Надо закончить арест! Так, так, так. Твое стремительное и запутанное нападение подошло к концу. Давай теперь снимем маску и посмотрим, кто ты на самом деле. Здоров. Нет, нет, все хорошо, все. Мы избили нашего начальника! Шон, ну почему? Да, что происходит, мэр? Ребята, пожалуйста, успокойтесь. Я думаю, вам понравится то, что я скажу. Слушаю. Зачем? Потому что вы прошли мой тест. Поздравляю! Ну мой ладно! Что? Это был всего лишь простой практический тест ваших знаний. Я подумала, что хороший способ увидеть то, чему вы научились, это понаблюдать за вами в работе. Я появилась как преступник и могу проверить вас в конкретных сценариях, о которых я хотела бы знать. И я немного снизила бы сложность. Итак, я бы назвала это успехом. И мы справились? Ага. Обязательно было так сильно бить? Ага. И Ллойд был в курсе всего этого?
нет, с него так себе актер. Поэтому я заставила его думать, что пугало существует, дав ему небольшой намек. О, да, я могу потренировать Тодда и Шона. Прекрасно. И да, никому не говори, но безумный, с шипами на руках, высокий парень по имени Пугало, который никогда здесь не останавливался, может заявиться позже. Чего? Ничего, иди к ним. Пшёл! Лучше, если кто-то ему расскажет. Давай я. Так, вы и правда думаете, что мы были сегодня хороши? Можно и так сказать, да. Но вы... Вы не надели на меня наручники, не зачитали мои права, нанесли урон окружению, не справились с паникой и... Но ты был уверен в себе и хорош с бумерангом, наверное. Я полагаю, что горжусь вашим прогрессом. Народ, Ллойд отрубился. Спасибо, мэр. Я разберусь, Шон. Вау, она улыбнулась. Искренне. О чем вы говорили? Она сказала, что гордится. Что? Серьезно? Она думает, мы сможем. Мы сможем защитить Рапотер! Так сделаем это! Точно! О, да! Берегись, криминал! В этом городе новый шериф! И его заместитель. И мы будем выше средних в нашей работе. Watch out! Эй, парни! Ребята! Oh,